Всем привет, дорогие зрители! Наступает пора холодов, и мыши лезут в дома, квартиры, и население ежегодно сталкивается с неприятными соседями, грызунами. Я хочу вам показать самый лучший способ избавления от мышей в частном доме, в сарае или квартире, или офисе. Также лучший способ избавления мышей, если они завелись у вас в машине. В общем, если у вас завелись мыши, вы их без труда поймаете таким способом. Этот способ лучший для домохозяек, которые брезгуют мышами или просто боятся их. Дело в том, что вам не надо будет просто доставать мышей с ловушки или с капканом. Вы просто выкинете бутылку с мышами и все. Берете 1,5-литровую бутылку, наливаете 100 мл подсолнечного масла, желательно жареного, чтобы запах сильнее привлекал мышей. Ложите ловушки в тех местах, где бегают мыши. Улов мышей вам гарантирован на 100%. Вы поймаете таким способом. Мыши залазят в бутылку и потом не могут вылезти. В масле они просто вязнут. Таким способом я вылавливаю мышей у себя дома более 10 лет. В общем, берем бутылку. Ложим. Все, в любом случае, сколько бы мышей сюда не залезло, они все здесь и останутся. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.